Вот велосипед опять разобранный. На этот раз не удержала покрышка. Ну как не удержала, все, видимо, она свое отходила. У нее, короче, пошел корт. Вот он, да. Но тут вот он, короче, она с одной стороны только, с одной нормально. Не вижу ни хрена. Вот трещина пошла. Так. Где? Это возле пипки тут было. Там пошла трещина. Вот. Дырень уже. Все. Короче, веревка. Веревочный корт. И он свое отходил. Она с одной стороны. А с другой. И тоже либо пошло уже, но еще не так. Камера еще нормально. Эту я не смотрел, но похоже она тоже. Ну тогда видели следы такие, как жевывание. Так, по пробегу. Эта покрышка прошла 902 километра под моим весом. Значит, заказывать с Москвы хорошую покрышку. Пока денег нет. Поэтому сегодня я заеду в Триалспорт. Там вроде за косарь какая-то есть покрышка. Две покрышки куплю, чтобы этот сезон хотя бы доездить. А зимой тогда уже куплю нормальные покрышки. Уже не зубастым протектором, а по полуслики такие. Ну, по асфальту ездить, чтобы. Вот. И значит, обод везу. Разобрал обод. Легонький такой. Повезу, короче, его на этот, на протяжку спиц. Они, короче, где-то я видел даже вообще вон. Вон что у меня. Вон что. Вот. Спицы слабые. Вообще все. Да, ну это восьмерки нет, просто спицы ослабли, вытянулись там. С этой стороны поменьше, с той побольше. Вот, и как бы колесо гуляет, слышно. Но это может быть и покрышка тоже, и плюс еще здесь, но заодно как бы свожу. Пусть они на станке ее протянут, как говорится, как положено. 300 рублей там у них в мультисервисе. У них есть этот аппарат, который такую ширину держит. Я могу сам протянуть, конечно, но, блин, начнешь тянуть, я уже тянул один раз, потом колесо вот такое восьмеркой становится, нахер. Это еще нормально. Подшипники живые. Вот это все живое. Но покрышки вот отходили 1000 километров. 900 получается. Все, передняя нормально, задняя там больше нагрузки на ней. Но все равно надо в паре поменяю их на сезон. Пока все равно сейчас неделя дождей. За эту неделю надо все сделать. Готовить. Да, Кика? Сейчас поехали Димасика повезем на обследование. Так, ну что, будем собирать покрышку. Посмотрим, как она у нас войдет сюда. На улице дождик, тепло. Спицы еще раз посмотрю. Не знаю, спицы протянуты. Вот видно следы от инструмента. Проверял. Ну, в инстаграме есть фото. Я сфотографировал, как он делал колесо. Так, нас интересует камера.
и интересует вот эта шляпа. Так, эту самую тугую закинул. Дырочка совпала. Ну, сейчас еще второй слой положу на всякий случай. Все, вторую часть обманули. Сейчас ее хрен камерой прожмет. Вот, и сейчас надо будет достать камеру, посмотреть камеру. Какое у нас состояние. У меня еще две камеры в запасе есть. Я что-то потемнело как на улицу, блин. Так, что у меня здесь? Ничего я не проживала. Это мухи, что ли, блин? Ну вот есть следы. Это нормально. Нету таких конкретно дыр, которые там. Прямо, чтобы было там на грани. Камера нормальная. Да, кстати. От китайского велосипеда, да, от футбайка, который с Алиэкспресс, теперь осталась рама и камеры, блядь. И еще вот эта шняга. По сути. Ну, еще ось этой каретки. Ну, камера нормальная. Я засунем покрышку. Покрышка направленная. Попробую одеть. Покрышку брал в Киаоспорте. Ну, Китай, понятно, они все Китай. Покрышка называется CST17FAT 4.0, 28.03.17 год. Там пролежала у них год. Поэтому в полтора раза дешевле. А новая 18 года стоит уже 1600. А этот 1050. Так, запихиваем. Сюда, куда? Двумя руками надо, блин. Вот, почти забортовал. Здесь надо держать. Тихонечко ее забортовывать туда. Так. Уже почти залезла. Немножко осталось. Все. Да, корявая, да, пока ее не накачаешь, блин. Ну все, сейчас будем. Ох, как сверкает, блин. Все нормально. Под грозу колеса делать самое то. Ну, дети радостные. Так, есть. Вот еще китайский насос с велосипедом шел. Но уже это другая насадка, та сломалась, пластмасса. Вот тут сейчас надо одновременно держать и засаживать ее. А что надо? О! Все, пробуем дуть. Первая накачка. Новой дешманской резины за 1000 рублей. Должна свою форму принять. Главное, чтобы она не разбортовалась, блин. Размер 26 на 4.0.
Ну, немножко форму принимает. Чуть-чуть. Но еще пока не совсем. Так, и что? Вот уже выглядит вот так. Ну, вроде корт нормально, как положено, сидит. Но она шариком, видно, что она шариком идет. Та-то немножко получше была, здесь вон прямой. Видишь, как шариком идет. Так что, возможно, будет полная хрень. Корт железный здесь. Если порвется, то камеру прохерачит. А здесь тряпичный в этой крышке. Да, видно, что дешманская хрень. Сразу, блин. Она как шариком, а широкая такая. Ну, у меня выбора нет. Заказывать, ждать неделю, блядь, с Москвы еще 7 косарей. У меня нету столько, нахрен, нормальная резина. Поэтому пока так. Качалась. Ну, смотри, ну что это, блядь? Шарик. Просто шарик. Это-то она, видишь, бочина у нее прямая. А у этой шарик. Как бы она еще не цеплялась бы у меня за раму. Вот в чем беда этой покрышки. Давление померить, посмотреть, по-моему, уже все. Блин, покрышечка как. Ну и хер с ним. Покатаем, посмотрим, как она будет. Здесь видишь другой протектор. А это как резина называется, интересно. Вот это. Юма, это понятно, что это не Юма. Ротатион, Макс. Флот это 20, ну да, максимальное накачивание 20 PSI. Нейлон, нейлоновая нитка. Все. А здесь с этой стороны, что у нас есть? Ротатион. Макс, понятно. Нейлон. 1.6. Блять, у нее даже названия нет на этой резины. XHI. Класс, да? Безымянная резина, блядь. На 900 километров меня проходило. Сколько это проходит? Сезон хотя бы завершу на ней, не завершу, не знаю. Ну как шариком, блин. Так, ладно, надо давление померить. 0,8. Жопа. У него, кстати, не написано, сколько ее можно качать. Эту резину. Так, 100, 559, 26 на 4. Так, C17, 52,2. Мадейншина. Хотя бы написано, что Мадейншина. Инфлаты тут 30 PSI. Охренеть. 200 КПА, 2 бара, то есть получается 2 атмосферы можно качать в нее, а в ту 1600 только, или 1400. Ну, то есть это давление держит. Мне нельзя ее накачать, потому что у меня иначе спина развалится, блядь, или рама что-нибудь треснет. Так, что, давление меряем, сколько накачано. Камазовским. Ноль шесть, что ли?
Нормально. Ноль семь. Мало еще. Даже не, да, 0,7. Еще нужно немножко думать. Она уже больше держит давление, чем это. 30. Это надо, блин. Ну, 0,85. Нормально. Хватит для жопы. Ну, накачано, да, нормально. Кстати, будет испытание этой покрышки, то есть, ну, для вас тоже как бы информация с моим весом. Все знают мой вес, вес велосипеда Димасик, и сколько самая дешманская за 1000 рублей покрышка будет ходить, вот сколько она проходит у этой безымянной китайской. Нейлоновый корд. Здесь написано стальной корд. Накачал также 0,8. Сколько она меня продержит? Вроде и шарик такой небольшой. Нормально выглядит. Сейчас соберу всю эту тихомудрию здесь. Кассету. И поставлю. Все. Сборка завершена. Кассета 9-скоростная диоровская. 203 диск. Пальцами не задевал. Ну что, ставим. Наставить, блин, не так-то просто. Там все на табуретку туда принести. Вот она, моя легированная ось. Которая, блин, ее хер когда загнешь, блин, даже если подшипник будет тут стоять. А здесь он по краям стоит. Серьезная такая ось, тяжелющая. Уж точно хрен когда загнется. Так, ну чё, блядь, какие-то портки тут вылезли. Алло, гараж, блядь. Кушочек. Здесь надо, короче, тут как прям в грузовике, блять, заталкивать все туда надо. Еще на две руки. В общем, колесо я поставил. На цепь, короче, она переключается хреново. Видимо, из-за того, что цепь короткая, сильная натяжка, и она не может перескочить на зубе. Я уже и так тросик регулировал, и так регулировал, бесполезно. Видимо, когда придет новая цепь, потому что эта цепь, ну вот на нее посмотреть, она просто вся раздолбанная. Она вся раздолбанная. Придет новая цепь, поставлю, и тогда уже посмотрю, тросик порегулирую, чтобы переключалось нормально. Отмою кассету, отмою трещотку. В смысле, эту каретку. Ну, а так поставил крышки. Надо передок. Передок надо будет, не знаю. А попробую как раз поэкспериментирую. То есть, можно ли, не открывая короб, снять колесо и перебортовать его. Посмотрим. В общем, можно. То есть, вот так вот оно вытаскивается нормально. Вот. Ну, а так, как бы его раз, и потом вниз его опустил, поставил его на землю, и оно нормально, можно его разбортовать. Но так как у меня висит, я могу разбортовать его так. Здесь, блин, я его, короче, кое-кое-как разбортовал, блядь. Вообще, оно...
То ли опыт такой, что ли, здесь другой немножко. Вопрос такой, как, блин. В общем, по этой покрышке тоже видно, что уже корд пошел, вот он. Здесь. Здесь тоже пошел. Но она еще как бы нормальная. То есть нет дыр никаких. Да. Нормально, ничего не просвечивается. Но уже пошла тоже она слаиваться. Но это еще в запас пойдет. На всякий случай. Жалко ее выбрасывать. А так вот уже длины провода не хватает здесь. Что надо уже поаккуратнее. Ладно, будем одевать новую покрышку. Диск тяжелый, блин. Да, ну вот я его забортовал. Тяжело, конечно, забортовывалось. Но забортовал. Сейчас накачаем камеру, расправим там. Но я не знаю, как это в дороге делать. Конечно, можно, если не торопиться никуда. В лесу где-нибудь. На комарах, чтобы комаров побольше было. К какому-нибудь дереву его прижал, в принципе, можно пробовать сделать, но лучше не делать. Лучше он забортовал, и все, и пока до следующей новой резины. Все, где у меня насос? Темень такая, блин. Так, я его правильно забортовал? Да, стрелки правильно. Все. Пробуем качать. Подниматься. Ну, кабель ослаб. Вольно. Еще щель пока. Так, здесь. Блин, пока расправится. Справилась. Угу. Нормально, нормально. Качаем. Где-то 0,6. 0,7. С диматиками 0,7 качал. С диматиком ездил. Здесь двойной опыт, поэтому пипка не сильно вылезла.
0,7 хватит. Хватит. Все, собираем. Ну вот и все. И как всегда последний штрих. И это отстегивание хомутов. Все, резина заменена. Как она себя поведет, будем испытывать на улице, когда кончится дождь. Но есть хорошая новость. Сегодня запустили грузовой лифт. Как по пизде ладошкой, знаешь, так. Также и здесь. Здесь все нормально. Так, еще надо сейчас отбыть, что у меня магнит не пойдет. Вот он магнит. Этого хватает? Нет, столько. Хватает. Да, километраж есть, все достает. Все вроде бы. Собираем инструменты из-за солнышка.